Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Виталий, всем привет! Мы в новом свете. Смотрите, пляжи смывает. Смывает пляжи сегодня просто напрочь. Напрочь смывает пляжи. О, все, нет пляжей. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывать, что вы думаете об этом всем. Сейчас прогуляем. Ой, я уже боюсь. Прогуляемся по набережной. Смотрите, причал там разрушает волна прям. Разрушительная волна. Обалдеть. Купаться в акватории причала и нырять с пирса строго запрещено. В такую погоду, конечно. Ой, там прям пирс ломает. Жалко, что он закрыт, конечно. Вот сюда опасно, конечно, ходить. Ой. Сейчас я немного вот здесь пройдусь, наверное. Вот так. Конец сентября, сентябрь, прощай. Сегодня 30-е, ну можно сказать уже октябрь. Уже октябрь начался. Шторма пошли. О, вот сюда вот аж вода, волна доставала. Получается, она через перила переходила. Но это ночью. Сейчас уже под вечер немножко успокоилось все. Все поразломало тут. Запривязанное было, видимо, тоже. Да, до стенки аж доставала здесь волна. Тут зачем-то еще стоят шезлонги несчастные. Зачем они здесь, непонятно. Это называется голуби. Там еще купаются люди, ничего себе, на волнах. Представляете, обалдеть. Ошалеть. Этот сломало, кстати говоря. Шезлон. Все, людей уже нету здесь. Пушистые какие-то кустики прикольные. Что-то первый раз заметил. Сколько здесь хожу, 100 тысяч раз. Очень жарко, кстати.
Сегодня днем было вообще ужас. И когда жара, дышать тяжело даже. Октябрь месяц. Кстати, друзья, подписывайтесь на Telegram. Забыл сказать. Обязательно ссылочка в описании, в комментариях будет. Либо просто введите Крым на ладони, либо Виталий Гнатюк в поисковике в Яндексе. Вот. И вы найдете не только там Дзен есть, Рутуб, ВКонтакте, но и Telegram. Telegram. Там все уведомления приходят, когда видео выходит и так далее. Общение. Видите, какие цветочки здесь. Они, кстати, вечером закрываются. Вот я заметил. Вот интересный вид цветов. А днем раскрываются. Вот когда солнце садится. Сейчас где-то часов в 5 вечера. И вот они закрываются. Да, все, пляжа почти нет, смыло. Там только шезлонги вот стоят, на шезлонгах еще можно сидеть. Но пляжа уже... Смыло пляж. Начинает цвести у нас юка. Видите? Вот. Только начинает распускаться. Я точно не помню, но в том году мне написали, что в том году она уже расцвела полностью была. А в этом году вот как-то лето затянулось. И вот видите, какие здоровенные будут букеты цветов, композиция цветов. И вот это вот тоже расцвела, а остальные вот еще будут расцветать. Смотрите, какая. Ляпота. Великолепно, потрясающее, превосходное видение. И вот эти стебли еще будут расцветать. Такие здоровенные. Вижу, что очень много здесь. Они еще будут распушиваться. Я смотрю, вот волна отходит, и здесь нет уже камней. Может быть, даже намыло песка здесь побольше, кстати говоря. Много песка намыло. Ой, капец. Просто пляж смыло, можно сказать. Кошмар. Ну, камни есть, но такие большие отдельные кусочки камней торчат. Здесь, смотрите, вот сюда аж даже намыло песка. Это помните, вот когда я говорил, когда я ходил, показывал, как после штормов
повыбрасывало водоросли. Я еще говорил, что ну такая система такая, то что будет еще следующая шторма, и вот эти водоросли, они уберутся. То есть, ну как бы это самоочищение получается. И вот, как я и говорил, вот подтверждение вам. Все водоросли в море ушли. Ну что-то как-то под наклоном стал пляж. Вместе с водорослями пляж утащило. Закрываются. Кафешка уже закрылась. Вот это рядом с Бригантиной. Бригантина еще работает, но вот здесь вот пекарня, походу, закрывается. Тут уже вода под стенкой стоит. Посмывало так. Сейчас пройдемся на причал. Вот, друзья, у меня небольшая просьба есть. В общем, я как блогер нуждаюсь в деньгах. Вот. И можете подписаться на эксклюзивное видео ВКонтакте. Они стоят 50 рублей. Вот. Некоторые даже бомжам, может, вы, наверное, каждый из вас бомжу какой-нибудь полтинник скидываете, хотя он ничего не делает. Вот. Я вам много чего показываю, и мне, как автору, короче, нужны деньги. Вот. На вот такие, ну, на просто на канал, на то, чтобы движение продвигало. Ну, короче, канал продвигался, так сказать. Вот. Потому как заработка нет. Заработка ноль. Вот. Заходите на ВКонтакте, там можете на камеру, я собираю, скинуть, либо 50 рублей эксклюзивные видео стоят. Вот такая вот просьба. Ой. Ого.
Тут аж вода, вон до туда доходила аж. Волны. Вроде как успокоилась, да, можно пройти. А сейчас как какая-нибудь, она до сих пор течет.